Как можно оценивать? Команда, ну, одна из лидеров нашего чемпионата, и не первый год. Поэтому я думаю, что будем учиться, будем стремиться дальше, совершенствовать себя и изобретать, то есть получать опыт на этих играх. Поначалу первые партии были скованы, так как все игроки, ну, в сборной играют, все мы знаем их имена, и, ну, было тяжело, так как мы, ну, по сути дела, еще пока что никто, и, ну, хотели проявить, и, может быть, из-за этого что-то и не получалось. Хорошо, что так все сложилось, да, подача неплохо летела, ну, готовимся дальше. В принципе, эти игры последние были этапами подготовки к Лиге чемпионов. Да, мы готовились к Лиге чемпионов, подготовили пару штучек, и сегодня было важно это все попробовать, хорошо сыграть там во многих элементах, чтобы дальше ехать в Италию и как бы играть уже там. Мы рады, что мы едем, есть, конечно, определенные там условия, вот, мы их будем придерживаться, да, типа, и мы их придерживаем. Вот, масочки, перчаточки подготовим и поедем. Вот. Но здорово, что мы вообще в целом играем, потому что все могло быть иначе и специальнее. За три дня надо провести три игры с хорошими соперниками. Тяжело? Ну, я думаю, будет нелегко. Будет важную роль, наверное, будет играть глубина скамейки, физическое состояние команды. Ну, это Лига чемпионов, там все хорошие команды, поэтому... Что сказать, тут опять же все зависит от нас, и хочется проходить дальше, хочется набирать очки и победы, поэтому мы готовимся.